самолет, поезд, автобус, рукой помаши, пока. Убью. Ты чё? Вот. Вася, не надо! Что, агроном? Удобрил огород? Это не агроном. А кто? Ты кто? Действительно, хороший вопрос. Еще неделю назад я легко мог на него ответить. Меня зовут Максим Савельев. Мама мечтала, чтобы я стал пианистом. Но папа считал, что будущее за новыми технологиями. Папе новые технологии не помогли, но для меня стали профессией. И не только. Я могу решить любую проблему одним щелчком компьютерной мышки. Был штраф и нет штрафа. Одним словом, я свою работу очень люблю. Начальство считает меня лучшим программистом. Здорово. Что вполне справедливо. Правда, есть один минус. Работать приходится по ночам, потому что, когда мы ложимся спать, американцы только просыпаются. Алло, Макс. Привет. Это Вадим, мой сосед по дому. Ты сегодня штурвала? А что? Хата опять нужна? Ага. Очень нужна. Выручишь? Он работает массажистом в спа-салоне, но иногда берет работу на дом. Я обо всем договорился. Концентрация родственников на метр Вадькиной квартиры предельно превышает допустимые нормы. Поэтому, когда надо, я сдаю ему свою. Учитывая темперамент Вадькиных клиенток, в месяц выходит очень неплохо. Проходите, пожалуйста, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Сейчас, я на секунду. Я не поняла, твой друг, он пианист или программист? Ну, скажем так, он играющий пианист-программист. А это его родители? А, да, но они, видишь, погибли в катастрофе. Бедненький. Ну, бедненький, не бедненький, а квартира в центре у него есть. А ты заработай, и у тебя все то же самое будет. Да что вы говорите, а? Это Лера. Она работает у нас с младшим программистом. Максик, ну ты что, забыл обо мне? Ну почему же? Мы встречались с ней в институте. Она очень любила меня. Правда, Леху она тоже любила, он был лучше меня по физике. Когда я узнал об этом, мы расстались. Но через год все-таки я устроил ее к нам на работу. Зачем? Ладно. Ну, Лера умеет быть убедительной. Ну что там с моим кодом? Все отлично. На почту отправил. Очень убедительный. Ну все, я побежала. Несмотря ни на что, мы с Лерой просто друзья. Мне вполне хватает общения с ней на работе. А Лера в последнее время разлюбила программистов и полюбила бизнесменов.
Не понял. Макс! Макс! О, Макс! Здорово, 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 здорово. Не думал, что ты уже здесь. Она сейчас уйдет. Вадик, я не понял. Это что такое, Вадим? А Макс, это девушка, которая переела виски. И я ее не могу уже 2 часа разбудить. Но это твои проблемы. Я всю ночь работал и хочу спать. Макс. Давай, неси ее отсюда. Макс. Все, давай, давай. Ну какой неси? Ну блин, она мне денег должна. Я ведь даже тебе не могу заплатить. Ничего, потом рассчитаемся. Нет, Макс, не потом. Мне нужны деньги сейчас. Давай лучше будить вместе. Свет! Давай вставай! Сейчас. Света! Есть одно средство. Бесполезно. Для нее это как колыбельная. Девушка, просыпайтесь. Вадик, это ты? Светулечка, это Макс. Он хозяин квартиры. Пианист, привет. Привет. Только я программист. Светуля, нам сваливать пора. Неплохо бы рассчитаться еще. Давай. Вот так, молодец. Сейчас. Подождите. Кэша у меня нет. Карточка. Окей. А пин-код? Да ну отстань ты от меня. Ну что, ну какой пин-код? Что ты от меня хочешь? Не знаю я никакого пин-кода. У меня вообще на цифры память плохая. И что мне с ней делать? Вадик, а это твои проблемы. Макс, старичок, Макс. Помнится, у меня был такой старинный товарищ, который мог сесть за компьютер и без всяких пин-кодов все деньги снять, а? Этот товарищ всю ночь работал и очень хочет спать. Я спать. Макс, ну, блин, ну критическая ситуация, ну выручай, а? А что, действительно можно снять деньги с карточки, не выходя из комнаты? Конечно, можно, да, Макс? Молодой человек, извините, пожалуйста, я как-то не упомню ваше имя. Макс. Макс. Да. Пожалуйста, не могли бы вы нам помочь? Он же меня замучит. Блин. Ага. Что это такое? Специальная программа. А как она называется? Вадик, так и называется. Специальная программа. Послушай, Вадик, не мешай, а. Вау! Что такое? Подожди, это в евро? Ну да. Так там же 2 миллиона. Ну, я знаю. Давайте потом поговорите. Диктуй. Ага, значит... А что диктовать? Номер счета. А у меня нет номера счета. Я же утром зарабатываю, а вечером все потратил. Ну мне деньги, Владик, куда переводить? На жесткий диск, что ли, а? Ну, а переведи их себе. Потом снимешь, отдашь, в чем проблема? Ой, мальчики, можно я все-таки пойду в душ? Конечно. Подождите, давайте сумму вводите. Куда? Вот цифры. Цифры. Максим, можно с тобой поговорить? Макс, в общем так, я тебе обычно 5 за хату отстегиваю. Ну? Ну, а давай сегодня по 2-му тарифу. Мне 10 и тебе 10. Давай. Ну, супер. Что? Мальчики, я что-то не то сделала. Дайте-ка посмотреть. А... Что это? А вы перевели все деньги на мой счет. Что, серьезно? Так, сейчас постараюсь отменить операцию, причем срочно. Господи, нажми эскейп! Твою мать! Быстро мне полотенце! Ну извини, но пожалуйста. Вот оно, пожалуйста. Быстро! Давай! Извини, не расстраивайся, но мы купим тебе новый ноут. Купим. А программу вы мне новую тоже напишите, дамочка? Макс, ну что у тебя там важного-то, а?
Все. И операцию остановить я не смогу. Ну вот, как раз снимешь налик, купишь себе новый ноут. Ага. Все, мальчики, я в душ. Налик. Так, подождите, какой налик? Сейчас вернусь. Какой налик? Да подождите, Светлана! Светочка, я... Отойди. Светлана, откройте дверь, пожалуйста. Да. Я голая. Мне такие деньги никто не обналичит. Ну как это не обналичит? Ой. Послушай, это огромная сумма денег, ее нужно заказывать заранее. Давайте так, деньги упадут мне на счет, и я тогда вам перекину. Макс, они же черт знает когда к ней на счет вернутся. А мне они важны прямо сейчас, понимаешь? Где мне их взять? Не знаю. Все. Слушай, а у тебя же был этот самый однокурсник, как его, я не помню, который сейчас в банке работает. И что? Ну, так может быть, он решит проблему? Он возьмет огромный процент. Она все оплатит вообще. У нее муж очень богатый бизнесмен. Просто невероятно богатый. Он ей ни в чем не отказывает. А ты что с ней забыл? У нас любовь. Ага. И они к тому же сейчас в контрах. Она уже живет третий день в Анлитере. В люксе Анлитера. Прикинь. Петь, ну прости, ну я больше так не буду. Слушай, а давай купим вот эту тебе машинку, а? И ты вернешься к своему барбосику. Ну, солнышко, я умоляю тебя. И хватит шататься по гостиницам. Откуда ты знаешь, что я жила в гостинице? Ты что? Ты что, за мной следил? Не следил. Хотя очень хотелось. Начальник охраны пробил по базе. Люкс в Англитере. Ну что, мир? Хорошо, мир. Но чтобы это было в последний раз. Какая объем двигателя у этой машины? Ты что, не слышишь, что моя жена у тебя спрашивает? Быстро продай нам эту машину. У нас мало времени. Хороший выбор. Все готово, осталось только заплатить. Светик, дай карточку, заплатим твою. А? Карточку дай. Почему мою? Ты же как бы мне подарок делаешь. Ну, понимаешь, мою карточку меняют в банке. Будет только вечером. Да и какая разница, деньги-то все равно мои. Черт. Я, кажется, дома забыла. Так вот же она. Точно. Спасибо, барбосик. Извините, но на вашей карточке нет денег. То есть как это нет? Пишет недостаточно средств. А может, и мозгов недостаточно? Извините, но я уже 10 раз проверил. Ты особо не трепись об этом. Обижаешь, полная конфиденциальность. Давай. Ну ладно. Ладно. Обращайся. Счастливо. Светик, ну постарайся вспомнить. Где ты в последние дни показывала карту? Да как обычно. Ну что значит как обычно? Я пошла в бутик. Так. Купила себе там туфли купила, блузку купила. А потом пошла в парикмахерскую. И сделала себе прическу за 2 миллиона евро. Пустяки. Картина неутешительная. Деньги ушли одним платежом. Сегодня утром. Куда ушли? На какой-то анонимный счет. Ага. Светик, ты сегодня утром светила карту? Нет, по-моему. Ну, постарайся вспомнить. Точно нет. Странно. Куда же ушли мои деньги? Я связался со своим знакомым из ФСБ, отдел по киберпреступлениям.
Они засекли компьютер, через который были сняты деньги. Молодец. Вот адрес. Светика, тебе знаком этот адрес? Что это? Улица Ленина. Не вижу. Ленина. Как корпус? Не знаком. Странно. Константин Сергеевич. Но? И еще один момент. Но об этом лучше наедине. Говори. Может быть, это ошибка, но они утверждают, что Светлана Аркадьевна сегодня там не ночевала. Ой. Светик. Ты мне это как-нибудь объяснишь? Что? Голова кружится. Очень? Очень. Да? Ну, что там? А, понял. Ну все, жду. Давай. О. Красота. В общем, я сидела в ресторане. Mm. Ко мне подошел какой-то парень. Почему ты сразу не отшила? Я отшивала. Ты и так много воды выпила сегодня. Ну, он сказал, что он в Питере впервые. Mm-hmm. И спросил там какую-то ерунду. Mm. Кажется, что-то там про театр. Где достать билеты в театр? Mm-hmm. В театрал. Потом мне позвонили с парикмахерской, и я отвлеклась. И, видимо, вот в эту самую минуту он мне что-то подсыпал. Mm-hmm. Костя, дальше вообще ничего не помню. Честное слово. Потом проснулась в этой дурацкой квартире. И, судя по всему, вот там он все с карточки и перевел. Другого объяснения у меня нет. Понятно. А вы кто? Скоро узнаешь. Забирайте его. Значит, в гости зашел? Ну да. И где он? Я не знаю. Может, вышел куда-то. Чем он занимается? Он программист. Работает в какой-то фирме. То есть ты, значит, не при делах? Совершенно не при делах. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Светлану позови. Я вас очень прошу, отпустите меня, пожалуйста. Я к нему просто зашел в гости. Заткнись и сиди. Ты его знаешь? Первый раз вижу. А кто это? Ясно. Олег, ты мне нужен. Значит так, найдешь этого урода и уберешь его. А деньги? Деньги меня волнуют в последнюю очередь. Константин Сергеевич, зачем так радикально? Может, просто заберем деньги и поговорим с ним? Пару недель похаркать кровью, и все поймет. Он трахнул мою жену. А значит, трахнул меня. Ясно? Телефон есть? Есть. Замечательно. Да? Алло, Макс, ты где? Возле банка, деньги получил, еду домой. Да подожди. Домой не надо. Это почему? Да я уже выскочила. Давай лучше около моей работы. Кафе помнишь? Ты с ума сошел? Я с такими деньгами буду по городу бегать, а? Да ты в машине сиди. Я сам к тебе подскочу. Все, давай, до связи. Молодец. А теперь скажи мне марку и номер машины твоего друга.
телефон. Вот он. Работаем. За ним! Хотите сигналить? Не то я папе на вас пожалуюсь. Что значит упустили? Там одна девица на джипе. Проезд загородила. Дочка чья-то. Побоялись ее таранить. И за что я вам бабки плачу? Ну-ка, набери его. Максим Владимирович? Да? А кто это? Добрый день. Беспокоит вас Бушуев Константин Сергеевич. Буш Светланы. Какой Светланы? Слышь ты, молокосос. На деньги я плевать хотел. Можешь оставить себе их на похороны. А мои рога будут красоваться на твоей могиле. Место памяти. Подождите, послушайте, я... Нет, это ты меня послушай. Ты думаешь, с моими бабками ты весело встретишь старость? Нет, ты ошибаешься. Я тебя везде найду. Везде. Ты меня понял? Я тебя из-под земли достану и туда же закопаю. Так что покурашься напоследок. Черт. Телефончик. А? На. Бушуев Константин Сергеевич, российский предприниматель, мультимиллионер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании. Твою мать, а! Не трогай телефон. Но это Макс звонит. Пускай звонит. Трубку бери! Черт. Света, а сколько меня здесь еще будут мурыжить, а? Потерпи немного, с твоим другом разберутся, тебя отпустят. А, то есть я вообще без денег остаюсь, так? Получается так. Супер! Супер, вот это хорошо. То есть и Максу капец, и я без денег. Отлично. Дорогой мой, насколько я помню, кандидатура Макса – это была твоя идея. Так что я не понимаю, откуда такая забота. Мне на Макса наплевать. Ты что, не понимаешь? Я просто все деньги уже расписал. Ты очень удивишься, я тоже на них рассчитывала. Сочувствую вам, ребят. Макс? Здорово, ты где? Неважно. Лихо вы меня подставили. Так, Максимушка, послушай. Давай сделаем так. Ты привозишь сюда деньги, и тебе за это ничего не будет. А вот ваш муж утверждает обратное. Слышишь, ты сопляк. Значит так, тебя все равно найдут. Это мои деньги, ясно? Светулечка, подожди. Заткнись. Я тебе еще раз говорю, цена твоей жизни в этой сумке, понял? Макс, верни ты эти гребаные деньги, они ж тебя завалят. Меня по-любому завалят. Свет. Алло. Алло, Лера, это Макс.
А почему номер другой? Так надо, слушай. Мне нужно будет срочно уехать. На работе скажи, что я заболел, женился, умер. Не знаю, придумай что-нибудь. Короче, у меня все плохо, и меня какое-то время не будет. Как уехать? Куда? А как же мой отчет? Все, не могу больше говорить. Пока. Макс, подожди! Савельев! Ты думаешь, с моими бабками ты весело встретишь старость? Нет, ты ошибаешься. Я тебя везде найду. Везде. Ты меня понял? Так уж и везде. Сумку отдай! Ой, с ума сошедший, что ли? Отпусти! Варьё пошло, еще возмущаешься? Это я варьё? Да ты псих ненормальный! Дядь Паш, помогите, а! Эй, парень, отпусти её! Да не лезь, это моя сумка, я видел, как она её стырила! Да тебе лечиться надо! Отпусти! А там тогда чья сумка? Спасибо, дядь Паш, ненормально. Чёрт. Девушка, ну вы уж меня извините. Я, конечно, идиот. Конечно. Вот и идите своей дорогой. Ну, просто понимаете, мне в автобусе сон приснился, будто у меня женщина украла сумку и пошла к выходу. Я просыпаюсь, а тут стоите вы с точно такой же сумкой. О. Действительно похоже. Ну, вот видите, а вы мне не верили. А вы не из этого поселка? Из этого. А не скажете, улица Пионерская где? Так вот же она. А, спасибо. Пожалуйста. А вы к кому? К Петру Ланцову. К дяде Пете? Так он же… Кто такой? Господи, что ты вечно подкрадываешься? Я тебя спрашиваю, кто такой? Я не знаю. А чё ты тогда с ним базарила, улыбалась? Вась, я с кем хочу, с тем и разговариваю. Человек дорогу спросил, я ему показала. Надоел. А, агроном, что ли? Какой еще агроном? Ну, Матвеич говорил, агроном должен новый приехать. Я не знаю. Танюха, ты меня знаешь. Еще раз я тебя с кем увижу. То что? Что? Демидова, не доводи до греха. Ты же знаешь, что я тебя это… Ну, что это? Ну это… Да все ты понимаешь! Ничего я не понимаю, Плетнев. Научись сначала свои мысли формулировать, а уж потом будешь мне права качать. Ишь ты, 5 минут с агрономом пообщалась и как заговорила. Ну, смотри, у меня агроном. Ха, нифига себе.
Чего ищем? Здрасте. Здорово. Ты чего это дом ломаешь? Он и без тебя скоро развалится. А я где-то приехал из Москвы. Петру, что ли? Да. Так его нет, уже лет 5. Умер. Да ну сплюнь. Таких, как Петька, оглобли не перешибешь. Любовь у него приключилась. Вот он в теплые края и укатил. А куда конкретно? Да на хэ. Куйдай-то. Чего? Ну, то ли в Херсон, ну, то ли в Харьков. У вас тут гостиница есть? Есть. С сауной, с бильярдом. Во! Так, а как попасть туда? Значит, первые 200 километров до речки. Потом переправляешься и еще 500 километров до Томска. Аккурат в гостинице окажешься. Издеваетесь. Ну, может, ошибаюсь. Километров на 20. Заходи. О-о-о. Да. Угу. А чё? Пыль стряхнуть, печку затопить, делов-то. А магазин у вас в деревне имеется? Или тоже в Томск ехать надо? Имеется. Вот так вот. Чего, сигнализация не сработала? Ну какая сигнализация? Собака на крыльце полаяла, вот и вся сигнализация. Так что подумай, дело-то нужное. Подумаю. С ума сойти, а? Это ж всего 7 километров отсюда. Угу. И чего, много взяли? Всю выручку за день. 15 тысяч. О, Господи! В общем, я вас предупредил. Если чужой появится, сразу ко мне. Спасибо, Степан. Давай. Галка, я конфетку возьму. Да, возьми. 10 рублей. Угу. Держи. Добрый день. Здрасте. Два кефира, хлеб, макароны и, скажите, колбаса есть у вас? Ой, она у нас в прошлой субботы. Ну ничего, давайте. С вас 260 рублей 35 копеек. Ты черт. Вы не скажете, где я могу валюту обменять? Валюту? Ну да. Я бы евро 100 скинул. Вот. Пожалуйста. А сколько ж это? В рублях-то? Не знаю, 1005, наверное. Да я же вам дешевле отдам. Нет. Возьмете? У нас таких денег нет, это в райцентр надо ехать. В райцентр. Тогда без колбасы. Пускай дальше лежит. Чего это с ним? Не знаю. С дороги устал, наверное. Пьюшки-то забыл открыть. Угарный газ, он же помирает. Татьяна Александровна, Татьяна Александровна, там мужик лежит. Он печку топил. Пьюшки не открыл. Друг умер. Thank you.
Ну, слава богу, очухался. А где я? В раю. А, башка-то как болит. Ну еще бы. Печку с закрытым юшком топить, да? Скажи ему спасибо детям до Танюхи, а то бы сейчас в другом месте полежал. Давай, Роза, давай. Матвеич! Ау! Матвеич, Таньку не видел мою? Чего-то ее в школе нет. Ох, Васька, не до тебя ей сейчас. В смысле? Что случилось? Все ты хочешь знать. Так, а ну-ка стой. Стой. А ну-ка говори, а то разозлюсь. Да пришлого твоя Танька в медпункт отвезла. Он угорел, она его из дома вытащила и искусственное дыхание делала. О как! Но! Искусственное дыхание, говоришь? Издалека приехал-то? Из Москвы прикатил. Понятно. Черт. Что такое? Черт, сумка где моя? Какая сумка? Сумка. Тань, скажите, сумка в доме осталась? Моя сумка. Я не видела ничего. Странный он какой-то со своей сумкой. Может, он действительно психически больной? Ладно, я пойду, проверю. А этот Иван Иванович ничего такое. Агроном. Удобрил огород? Это не агроном. А кто? Ты кто? Он приехал к дяде из Москвы. Какому такому дяде? Петру Ланцову, но он здесь больше не живет. Правильно, не живет. Сейчас и племянник туда же. Приднев, прекрати. Что прекрати? Познакомились уже. Занимается тут всяким дыханием. Чего? А тебя, Мурло, вообще никто не спрашивает. Что-то ко мне зачастил Иван Иванович. А может быть, это судьба? А где этот идиот с ружьем? А этого идиота, между прочим, Васька зовут. Мой тебе совет. Держись от него подальше. И от Таньки тоже. А то в следующий раз сможешь и не очнуться. А вас как зовут? Жанна. А вас как по-настоящему, Иван Иванович? Максим. Жанночка, а у вас нет какого-нибудь болеутоляющего? Голова болит так. Да. Так, сейчас мы вас полечим. Дадим немножечко лекарства. Это что? Спиртик по глоточку. Жанночка! Жанночка! Это кто? А я? Ты мне по боку, иди отсюда, не мешай лечению. А я сейчас помогу лечению. Сделаю укольчик. Глазницу. Так, стоп! И все, как рукой снимет. Стоп, мужик! Стоп! Я сейчас выйду отсюда, и я больше сюда не вернусь. Я клянусь, вот бомба меня разорвет, я не вернусь. Все!
Я пошел. Давай. Максим, ты не волнуйся, это все акклиматизация, это пройдет. Ну-ка, вон отсюда. Ну как ты так можешь-то? Жанна, и это же после всего, что между нами было. А что это между нами было-то? Ну, как? Да ты не понимаешь, что ты у меня не котируешься. Иди, до свидания. Прощай навсегда. Ладно. Оп. Черт с ней. Кто? Добрый день. Можно? А вы кто? Я участковый Степан Савельевич Штык. Вот, решил зайти, познакомиться. Мышцы разминаю. Массажер. Ясно. А тут все вокруг говорят, что какой-то принц из Москвы приехал. Валюты сорит, стрельбу устроил. Это не я стрелял, это какой-то гамадрил местный. Я думаю, это Плетнев. Можно? Ага. Ну-ка. И правда хорошая штука. Никогда бы не подумал. А к нам-то какими судьбами? К дяде приехал. А дяди нет. Ясно. Надолго? Недельку? Другую. Устал, понимаете, от суеты, шума, ну, от Москвы. Понятно. Москва, устал, ну, конечно. Устал. Я понимаю. А здесь тишина. В тишине хочу побыть. Ну, ясно. А на документики можно взглянуть? А то мало ли вас, по России-то шатается. Тишину ищущих. Ну, документик. Что? А если я вам его не покажу? Ну, как не покажешь? А вот не покажу. Да ну, покажешь. А я вам точно не покажу. Да покажешь, я тебе не говорил. Не покажу. А я думаю, покажешь. Ну? Ну, я жду. Ладно. Что это? Временное удостоверение личности. Понятно. Интересненько, интересненько. А что? Других документов нет? Интересненько. Хорошо. Ну? У меня все в поезде украли. Все. Это бывает, бывает, бывает. Ну, как звать? Кого? Ваня. Ваня. Иван Иванович. Иван Иванович. Редкое имя. Да. И отчество редкое, да. Очень. Ясненько. Ну что? Это у нас все? Мало. Это зависит от биографии. Если биография мутная, то и 5 раз по столько же не хватит. Он мне сам нужен. Что ты мне тут разложил? Фотосессию. Константин Сергеевич, мы всех на уши поставили. Но он странный какой-то. Билеты на поезд и самолет не покупал, паспорт нигде не светил. Он что, пешком ушел? Ну почему пешком? Есть автобусы, попутки, электрички, в конце концов. Старый телефон выкинул, видимо, новый купил. Ищем, Константин Сергеевич. Ищут они. Не мог человек взять и сам в кислоте раствориться.
Он же по земле ходит, следы оставляет. Константин Сергеевич, а может полицию привлечь? Процесс в разы ускорится. Какая полиция, Олег? Ты хочешь, чтобы каждый вшивый папарацци знал, что Бушуев олень рогатый? Ну да. Короче, даю тебе неделю. Не найдешь, сам пускайся в бега. Все, иди. Митрофановна. Да? В общем, изъял я ружье у твоего снайпера. Но ты за ним присматривай. В следующий раз посажу. Ой, да хоть бы посадил его уже, Степан, а? Хоть за решеткой ума наберется. Коли ума нет, так он и не появится. Посади его-то хоть в библиотеку, хоть в тюрьму. А ты, Вася, еще один залет. И я тебя по совокупности на 10 лет посажу, понял? Понял, говорю. Да понял, не буду больше. Ой, Вася, ты когда уже за ум возьмешься? Да, мам. Ну что, мам, хоть бы женился на ком-нибудь. Да я-то че? Я бы женился, Тань, кабинец. Конечно, кабинец. Она тебе что, старшина в армии, чтобы оценивать, как ты стреляешь? Ну ты бы поухаживал за ней, что ли, а? Ласковые слова сказал. Подарки подарил. Ну? Подарки? Тряпку, что ли, какую? Ну, почему тряпку-то? В райцентр надо пилить. Да и денег-то нет. Вася, Вася. Да что, Вася? Извини, если разбудил. Тут такое дело. Знакомое лицо, правда? Так вот, за этого парня награду обещают, между прочим. Целый миллион. Я дам больше? Смотри, какой щедрый. Даст он мне. Я сам возьму. Пожалуйста, не надо. Лера, привет. Слушай, ты не знаешь, где Макс? Слушай, Антон, а почему этот вопрос все задают именно мне? Ну, вы же вроде близко общались. А вы далеко, да? Никто не знает, что делать. Американцы волнуются, начальство психует. Если Макс не объявится, его часть работы придется делать нам, понимаешь? Да, да. Куда спуститься? Кто пришел? Точно ко мне? Простите, вы Валерия Громова? Ну да. Добрый день, я Рудаков Олег Михайлович, представляю одну очень серьезную инвестиционную компанию. Хотел бы поговорить с вами о Максиме Савельеве. Вы с ним знакомы?
Ну как, работаем вместе? Вот и мы пытались поработать, но как-то некрасиво вышло. Он взял заказ и исчез. Вы случайно не знаете, где его можно найти? Понятия не имею. И он вам ничего не говорил, не звонил? Mm-mm. Поймите, Валерия, речь идет об очень серьезной сумме. Я вас прекрасно понимаю. Но я ему ни жена, ни родственница. С чего он будет мне звонить и отчитываться? Ну, раз так, прошу прощения за беспокойство. Вот мои координаты. Если у вас вдруг появится информация, любая, я готов ее купить. Проведать тебя пришел, сосед. А что это у тебя холодно? Не топишь, что ли? Да смысл здесь топить? Через 2 часа к на Северном полюсе становится. А ты вьюшки закрываешь? Какие вьюшки? Я чуть из-за них не умер. Я больше пальцем к ним не притронусь. Вот чудак человек. Так что, будешь небо греть? Вьюшки закрывать надо. Когда дрова прогорят, угарный газ выйдет, а тепло у тебя останется. Угу. Слушай, чего у вас такая холодина до сих пор? Снег лежит. Так Сибирь же. А телефон почему не ловит? Кого не ловит? Сотовая связь почему у вас не работает, Матвеич? Ах, это? Так молния лупанула в вывышку и не ловит. Это конец. Так, 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 так. Ну, надо в райцентр ехать. Матвеич, слушай, ближайший рейс до райцентра? Послезавтра. Когда? Ну, он раз в 3 дня ходит автобус. Че порожняком-то гонять? Ну да, да. А сколько стоит? Полтинник. Это какой-то замкнутый круг получается. Чтобы доехать до райцентра, нужны деньги. Ну. Чтобы деньги обменять, нужно в райцентр. Дай мне долг. Нет, милый человек. Я тебя всего 2 раза в жизни и видел. Я тебе отдам, обещаю. О, Васька то же самое говорит. Я уже целую тетрадку долгами исписал. Так а что ты ему даешь, если он не возвращает? А, попробуй ему не дать. Вот гляжу я на тебя. Ты человек интеллигентный. Ну? Тебе отказать можно. Где-нибудь в этой дыре я вообще могу обменять валюту или нет? Так и... Может, Саныч тебе поможет? Он у нас тут бизнесмен, у него кафе и магазин. Может, ему на чего твои деньги сгодятся? Как его найти? Хочешь, моя дочка тебя проводит? Она как раз туда собралась. Давай. Мужики, это же тот вчерашний хмырь, которого я из ружья чуть не подстрелил. Че, мало что ли показалось? С ружьем-то все смелые. Че ты сказал? Вася, поди сюда. Чего? Я сказала, иди сюда. Сейчас. Уже. Чего брать будем? Больше котлеты. Больше котлеты, замечательно. Только поменяйте деньги, пожалуйста. А у меня тут не обменник. Может, хозяин сможет? Вот хозяин и подождите, он скоро придет. Такая у Дадоныча, аж дым из ушей пошел, когда он это все увидел. Ты прикинь. Здравствуйте.
Вот что, Васенька, неси-ка это домой. Прямо сейчас неси. Ну и что это такое? Рыба благородных пород. Глубокой заморозки. Да, мам, мне на работу надо. Да неси быстрее. Начальник может вернуться. На, на-на. Давай. Успешно работай, так 2 часа обедайте. Через черный ход выходи. О, на ловца зверь бежит. Владислав Александрович, а вы, кстати, здесь вам дело. Что за дело? Евро на рубли не поменяете? По льготному курсу отдаю 3000 рублей. Ишь ты, курс действительно льготный. Что, возьмете? А, не возьму. Почему? Давайте за 2. Для вас за 1,5. Стоп. А вот теперь я точно убедился, что твои евро фальшивые. Почему они фальшивые? А потому. Ты думаешь, мы тут лохи деревенские? А вот и не угадал. За 1,5 штуки, 100 евро, если они настоящие, ни один дурак продавать не будет. Послушайте, у меня просто нет выхода. Я очень хочу пожрать. На жалость давишь. Только со мной этот номер не пройдет. Я в бизнесе давно. Ты, если ничего покупать не собираешься, ступаются туда, откуда пришел. А то я мужикам мигну, они тебя вперед ногами вынесут. Спасибо вам за гостеприимство. Сволочь! Специально сюда сел, чтобы на Нинкин зад пялиться. Ну ты чё, Марьян, какой зад? Там же прилавок, ну. Ну понятно. Все разглядел. Ты небось дырку прожег в этом прилавке, кобель поганый. Может? Может? Я сказала. Все вот тут одной породы кобели. Дина, я пойду в общаге отдохну. А то тут шумно. Ах, шумно! Ничего, я и до общаги твоей доберусь. Блесик? Здравствуйте. Жанна. О, Иван Иванович, добрый день. Здравствуйте. Че, это мы на вы, что ли, опять? Ну. Как, голова-то не болит? Да нормально. Ты что такой замороченный-то? У тебя проблемы, что ли? Да? Да. Извините, мне очень неудобно. Денег займите. 500 рублей. Можно 300 на 2 дня. Граф Иванов поиздержался, да? Ладно, извините. Да ладно ты, сразу дуется. Вы там в Москве все такие гордые, да? Так, посмотрим. Нет, 500 нет, у меня только 150 и 1000. А давайте 1000, я в кафе пойду разменяю, сдачу отдам. А я тоже иду в кафе обедать. Вместе пойдем. Нашел дуру. На прилавок он смотрел. Ага, прилавок. У нее вот такой, между прочим, 46-го размера. Здорово, Митяй. Здорово. Ну, что слышно? Да вон собачье радио, она все это. Деревня Рита, все. То есть новостей никаких? Не скажи. Сейчас в кафе этот приезжий, да? Фальшивые евро пытался поменять. А кто сказал, что они фальшивые? Саныч. А у него что, аппарат для проверки купюр появился? Да нет, он его как-то психологически вычислил, понимаешь? Ой, ладно, я пойду, бывай, все. А ты сейчас понимаешь, я догонит. Я не могу больше, все. Психологически? Интересненько. Привет, Марьян. Громов, наверное, рассказывал, да? Ну, я тебя устрою. Сейчас догони, как дам. Интересненько. Приятного аппетита. Ты смотри на него, а? Он уже с нашими со всеми девчонками здесь обедает. Тихо. Обедает еще и ужинает. Тихо. Рот закрыл. Ты что-нибудь вякнешь еще, я тебе обещаю, что рожу твою поганую зашивать не буду, если Катя в драку влезешь. Понятно тебе? Жанна! Ну ты и зараза, Жан. Да это же Ноя. Жан, ну что ты начинаешь-то сразу? Я начинаю. Мы тебя предупредить хотим. У него деньги фальшивые. Да ей того и надо. Посадит его, как Виктора твоего. Вот тогда будешь знать. Мужики,
не приставайте к даме. Ну-ка, извинились. И по минералочке из источников Митрофановны, а? Че, реально нальешь? Сперва извинитесь. Ну, давай извиняйся. Жан, извини меня, пожалуйста. Ну, я просто не знал, что здесь такая акция. Да иди ты. Ну, ты бы поухаживал за ней, что ли? Ласковые слова сказал. Подарки подарил. Налетай. Ну, за Брюса Ли. Так, я не понял, что это такое? Все пьете? Когда работать будем, а? Николаич, да это безалкогольное. Да мы вообще обедаем. Три часа обедаете? Ну-ка, ноги в руки и муха отсюда! Хороший ты начальник, Додонов. Вот сразу видно. И рабочий процесс организовать можешь, и вон досуг молодежи. Да пошел ты, Сана, что ты моих спаиваешь-то? Да их спуешь, а не сам кого хочешь. А тебе что, особое приглашение, что ли, надо? А, ты не наш. А кто таков? Племянник Петра Ланцова. Приехал к дяде, живу в его доме. А, ну ладно. Ну, смотри у меня! Это наш Додоныч, хозяин лесопилки. А что это он? Да, от Саныча к Додонову жена ушла. Вот они воюют. Ай-яй-яй. Ребята, время закончилось. Да, мы самостоятельно читаем этот рассказ и готовимся его пересказывать. Записали? Да! Понятно? Да! Тогда до завтра. Привет. Привет. Это тебе? Вась, это что? Рыба. Какая еще рыба? Благородных сортов. Ну, подарок, короче, от чистого сердца. На. Что-то взгляд у нее какой-то нехороший. Ну так, это ж глубинная заморозка. Господи. Плетнев, что тебе от меня надо? Соскучился. А я с тобой после вчерашнего даже разговаривать не хочу. Это ж надо было додуматься, стрелять в живого человека. В живого. А я что, не живой, что ли, Тань? Я, может, ревную? Ревнуешь, Вася? Я тебе кто, жена или невеста? Так ты скажи. Хочешь невестой, хочешь женой, я-то готов. Пока перед человеком не извинишься, я тебя даже видеть не хочу. Да опять 25. Я что ему сделал-то этому дрыщу? Ну, шуганул разок. Я надеюсь, ты меня услышал. Ну что, рыба, пошли извиняться. Ну что встал-то? Да не боись, не трону. Василий. Максим. Разговор к тебе есть, Максим. В дом пустишь? Заходи. Только у меня угощать тебе нечем. Да ничего страшного. У меня вон рыбы есть. Пожарить можем. Благородных сортов, глубины заморозки. Че ты испугался, это же рыбы.
Не сильно я тебя вчера? Да ничего, нормально. До свадьбы заживет. Да какой такой свадьбы? Ну, не знаю, Вась. Может, до твоей. А, ну тогда ладно. Слушай, Макс, хочу, чтобы ты знал. Демидова, она как бы моя. Ага. Как бы? Или твоя? Да я смотрю, умный ты больно. У нас таких не любят. Чего не любят? Короче, если не дай бог я узнаю, что у тебя на Таньку планы какие, я тебе голову откручу. Понял? У меня вообще никаких планов нет на нее. Точно? Точно. Ну и все тогда. На том мы порешим. Вась. Ты чего? А рыба? Какая рыба? Ты ж пожарить обещал. Слушай, Макс, честно говоря, я ее Таньке хотел зажарить, ну... Она что, рыбу любит? Нет. Сырую приносил, вообще не взяла. Вась, ну если она рыбу не любит, зачем ей хоть жареная, хоть сырая? Давай, Вась! Эй, ты чего? Вась, отдай рыбу! Я что, отдай блядь, рыбу. С пустыми руками приду? Без подарка? Какой ты, Вася? Ну, придумай что-нибудь. Ну, стихи придумай, Вася. Стихи. Я отродясь стихов. Че? Она ведь любит стихи. А? Слушай, Макс, а давай-ка так. Ты мне стихи напишешь для Таньки, только хорошие. А я тебе рыб пожарю. Идет? Вася. Идет, у меня есть отличный вариант для тебя. Так. Так. Передник есть? Че, поищем. Света, может, тебе не нужно сюда приезжать? Ой. Мало ли твой, твой муж узнает. Вот здесь вот получше разомни. Угу. Будем вести себя по-разумному, ничего не узнает. Я, кстати, сюда на метро приехала. Ты на метро? Представляешь, Вадик, любовь творит чудеса. Ма! Мррр. Там, кстати, от Макса никаких известий нет? Нет, ты знаешь, пока тишина. Он на самом деле оказался умнее, чем мы про него думали. Его столько народу ищет, а он как в воду канул. Да, Макс может. Ты бы, кстати, мог сам подсуетиться. В каком плане? Поискать своего дружка. Ну, у него же есть приятели, знакомые. Хм. Вадик. Да. Напрягись. Может быть, нам удастся спасти наши деньги. Готово. Ну-ка. Случайно вас когда-то встретя, у вас искру нежности. Правильно. Нежности заметьте, я и поверить не посмел. Привычки имел и не дал ходу. Свою постылую свободу я потерять не захотел. Слушаю я красиво, ничего так. Сам написал? Это письмо Онегина Татьяне, Вася. Какого Онегина? Знаю одного мента из райцентра. Сволочь редкостная, но тут вроде Онежкин. Это литературный персонаж одноименного романа Пушкина. Пушкин-то я знаю. А вот Онегин. Ладно, разберемся. Ты мне напиши красиво здесь, Вася. Ладно? Конечно. Вася. Вот, другое дело. То какой-то тут Онегин. Ну все, собирайся, пойдем. Куда? Как куда? Таньке сюрприз сделать. Стихи подложим, она раз и удивится. Вася, я зачем? Пойдем, поможешь. Давай, давай, вставай. Вася, пойдем. Вася. Короче, делаем так. Сейчас подходим, я захожу внутрь, а ты оставайся снаружи. И минут через пять начинай снежки в окно кидать. Она подойдет посмотреть, кто это, а я как раз стихи ей успею подложить. Да?
Мать моя, если увидит, что я работу прогуливаю, убьет. Макс, а давай ты стихи подложишь, а я здесь подожду. Я ни разу не был в этой школе, Вася. Так и что? Школа как школа, ничего особенного. Просто если она меня увидит, весь сюрприз испортит. Давай! Угу. Аккуратно, бегом, давай, давай! Васька мой, прекрасная для тебя партия. Красавец какой. Все девки по нему сохнут, а он только о тебе думает. Понимаешь? Работящий. Коль прикрикнешь, все сделаю. Спасибо, Антонина Митрофановна. Но я замуж пока не собираюсь. Ой, подожди. Ты думаешь, что он для тебя неровный, да? Ну так этот москвич, если на то разобраться, тоже для тебя неровня. Вот так. Так, все. Я свою личную жизнь не собираюсь обсуждать. Мне этот москвич совершенно не интересен. Категорически. Вы что, опять с моей сумкой? Хотите из нее все-таки что-то украсть? Это не то, что вы подумали. А, попался, голубчик. Вот видишь, Татьяна, твой принц прекрасный. Варьё! Я здесь, если хотите знать, из-за вашего сына! А ты сына моего не впутывай! А ты чего варежку разинула? Иди проверь давай, все ценности ли на месте, а? Можно мне мою сумку, пожалуйста? Ага. Угу. Спасибо. Наверное, деньги слезнул уже. Если что, я свидетельницей буду. А тебя посадят, голубчик? Как пить дать посадят? Нет, смотри, 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 не могу. Давай. Не могу. Ну? Деньги на месте. А ценности? Может, у тебя ценности были? Так, все, надоели мне оба. Уходите, пожалуйста. Ну, я помочь же хотела. Эх, знаешь что, раз гордые такие. Эх. И вы уходите. И если я хоть раз увижу вас возле моей сумки... Девушка, мне ваша сумка неинтересна категорически. Вы что, еще и подслушиваете? Вот больно надо мне подслушивать. У вас завышенная самооценка. Ну и пожалуйста. Идите туда, откуда вы пришли. И я надеюсь, я вас больше не увижу. Надеюсь на то же. Эй!
Знаешь, вот я сейчас слушала, как вы играете, и поняла, что такой человек не может быть вором. Вы очень хорошо играете. Просто божественно. Спасибо. И я нашла листок со стихами у себя в сумке. Тань, вы мне извините, я столько лишнего наговорил. Мир. 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 А может быть, вы еще поиграете? Пожалуйста. Было бы здорово. Интересненько. Так. Опа. А говорил, в поезде украли. Савельев Максим Владимирович. Угу. Вот и познакомились. Куда бежишь? Да молодежь это, ты знаешь что? Упрямая пошла. Говоришь, она не слышит. Что такое? Да. Москвич этот ограбить ее хотел. А она хоть бы хны. Вот дурная девка. Подожди. Кого ограбить? Да Таньку нашу, учительницу. Она же вот с сумками его застукала со своими. Здорово. Ну? Я говорю, варьё, а она есть варьё. А она стоит, глазами хлопает. Ничего не пропало. А я мало того скажу, он еще доллары фальшивые людям подсовывает. А. Где он сейчас? Так в школе был, я уходила. Ладно, разберемся. Ага. Спасибо, Митрофан. Угу. Давай. Ах ты гнида московская, так-то ты мне помогаешь, да? Здрасте. Здрасте, Степан Савельевич. Привет. Привет, снайпер. Что тут делаешь? Да я это. А, понятно. Понятно. Иди отсюда. Савельич, ну ты видишь, что он с Танькой делает? Иди, я сказал. Посажу его. Тебе достанется твоя Танька, понял? Че, правда посадишь? Иди уже. Разберусь. Максим, а может, вы поиграете нашим ребятам? Они ведь никогда не слышали живого исполнения. Я с удовольствием. Когда? Сейчас? Нет. В четверг. Договорились? О, привет. Здрасте. А вы, смотрю, очень разносторонний молодой человек. И на пианино играете, и сумки тащите, и деньги подделываете. Вам бы наш школьный кружок умелые ручки вести. С чего вы, Степан Савельевич, решили, что я подделываю деньги? Насчет сумки. Это произошло какое-то недоразумение. Я думала, что он хочет украсть ее. На самом деле он стихи подложил. Вот. Стихи? Я потом их нашла. Свою постылую свободу он потерять не захотел. Хорошие слова, надо в участке повесить. Ай да Пушкин, ай да. Ну да. Ну, если потерпевший не считает себя потерпевшей, это и личное дело. Ну, а что насчет фальшивых денег? А с чего вы взяли, что они фальшивые? Вы их проверяли, да? Проверю. Вы в каком банке деньги снимали, Максим Батькович? Да не помню я. Степан Савельевич, ну, на самом деле, что вы пристали к такому прекрасному человеку? Он что, нарушил закон? Ладно. Ну, если у тебя к нему претензий нет, то я их сам поищу. О,
Пора, пора. Рога, как говорится. Привет. Правильно. Ну, счастливо. А с вами не прощаюсь. Я не понимаю, чего ему от меня надо, а? Может, вы действительно что-то скрываете? Да. Нет, к 8 не успеют. Давай к 9. Заедешь? Ну, отлично, давай, пока. Лера! Привет, 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 привет. А ты что здесь делаешь? Тебя ищу как раз. Меня? Да. Ну, вернее, этого, Макса. Поговорим? Вообще-то мне надо отчет готовить. Ну, Лера, ну, пожалуйста. Ну, 5 минут, мне очень надо. Ну, давай. Привет. О, здорово, Николаевич. Ты купил евро? Представляешь, не купил. Ну как? На визу надо 70 евро. Мне документы завтра отправлять. Ну, не было у них в кассе евро. Понимаешь, не было. Доллары, пожалуйста. Фунты эти, стерлинги. На здоровье. Юани даже китайские. Да были. На кой черт мне нужны твои доллары с юанями? Я в Финляндию еду. Товарищи посетители, чего шумим? Какие-нибудь неприятности? Не твое дело. А я не с тобой разговариваю, а вон с Павлом Сергеевичем. Че? 70 долларов, тьфу ты, этих евро нам надо. Я что, виноват, что инкассаторская машина сломалась? Вот, объясни. Ну, если тебе евро нужны, есть тут один приезжий. Петра Ланцова, племянник. Так у него этих евро завались. Правда, что ли? Правда. Спасибо. Николай. Да ладно. Ну... Николаевич. Иди, иди. Купи фальшивых евро, Дадонов. А ты что тут вертишься? Иди вон в зал. Что сказал? Кушай. Лер, ну неужели его даже никто не искал? А где искать-то? Дома его нету. Ну да. Телефон недоступен. Угу. Ой, шеф уже пеной зашелся. У нас 3 проекта подвисло. Да, ну и дела. Что ж делать-то, а? Главное, позвонил один раз, сказал, что собирается уехать. И все. Ни почему, ни что случилось. Мне вообще показалось, что он пьяный был. Ну-ка, 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 ну-ка. Он тебе звонил? А так, а когда? Неделю назад. А на следующий день все, ни слуху, ни духу. Ну так и номер-то, номер какой, ты записала? Да в том-то и дело. Парень, подожди! Устал я с тобой бегать. А зачем за мной бегать? Сейчас объясню. Дадонов, Николай Николаевич. Максим? Максим, выручай. В смысле выручай? Я сейчас в райцентр еду. Ну, визу в Финляндию оформлять. А там, ну, там нужны эти, как их, ну, евро. Понимаешь? А, да. А у тебя, говорят, есть? Не врут? Не, не врут. А вам сколько надо? 70. А у меня только 100. Слушай, ну там наверняка сдачу дадут. М? На тебе, 3000. Слушайте, ну это мало, 100 дороже. Я ж тебе говорю, мне ж 30-ку там вернут, я тебе отдам. Николай Николаевич, а давайте, знаете, как сделаем? Вы мне на эту сдачу лучше до райцентра подбросьте. Ну, вообще, это тоже вариант. Так, все, тогда жди меня через 30 минут возле проходной. Ну, ты лесопилку, ты знаешь? Не. Ладно, все, ты жди меня на остановке. Я тебя подхвачу. Давай. Yes. Жанна. Жанна,
Ну, пожалуйста. Давай как раньше, а? Так, все, иди отсюда. Я твою раньше знаю. Сначала ты мне цветочки из клумбы даришь, а потом у меня спирт пропадает. Это неправда. Так я тебе сейчас дам. Иди отсюда. Жанна, ну, я не могу без тебя. Да уйди ты уже, а? Ты разбиваешь мне сердце. Одни осколки. Иди ты уже, а? Ты еще пожалеешь. Я плачу, уже плачу. Угу. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Проходите, проходите. Долг отдать. Угу. Ой, долг? А что, деньгами, что ли? В смысле? А что, есть очень много разных других способов долг отдать. Желаю счастья! А мне плевать на то, что я что-то обещал. Я не меценат, я мизантроп. Нужны бабки, пусть идут в банк. А благотворительностью я не занимаюсь в принципе. Была у нас одноразовая акция в Доме инвалидов. Угу. В рекламных целях. Все, сегодня тема закрыта. Все, конец связи. Что у тебя? Хорошие новости, Константин Сергеевич. Короче, взяли наши парни этого клоуна. Где? Название я даже не припомню. Глухомань какая-то. Короче, через 3-4 часа Савельев уже будет в Питере. Красавцы. Ну что, доигрался, тварь? А я тебе говорю, мне позарез нужен этот завод. Тебя учить, как это делается? Ну, позвони Харькову. Пусть он пришлет своих бойцов. С прокуратурой там проблем нету. Слушай, у меня там вся область прикормлена. Я тебя умоляю. Да. Ладно, все, давай до связи. Ну? Светик. Зачем ты меня звал? У нас хорошая новость. Какая? Взяли этого Савельева. Сейчас приведут сюда. А ты чего, не рада? А чего мне радоваться? Я, может быть, этого Савельева видеть не хочу. Светик, я обещаю, видеть ты будешь его недолго. Разрешите? Константин Сергеевич, Савельев внизу. Ну что ждете, ведите. Сюда или в подсобку? Сюда, наверх. Угу. Паша, давай его сюда. А где вы его нашли? Садись. В деревне какой-то. На печи отлеживался. Название даже не помню. Но если надо, узнаем. Это что за цирк? Это что за цирк? Ты кого привез? Как кого? Это же он, вроде. Куда это вы путь держите, добрый молодцы? Пашка, у тебя совесть есть? Ты когда мне долг в 3000 отдашь? Матвеич, ну, давай не сейчас об этом. Матвеич, иди, баиньки. А когда? И что это вы москвича напоили? Да он сам. Ага, вот скажу завтра Степану, что вы тут вытворяете по ночам. Матвеич, ну давай, без Савельича, ну что ты за человек? Нет, я скажу, скажу. Ну хочешь, я тебе денег дам? 3000 сверхдолга. Ты что, совсем что ли обалдел? Да я... Ладно, 2000, но не меньше. Соглашись, всего Вася. Будет 5000. Ладно, зарплату отдам. Все, иди спать. Иду. Иди. Иду, иду. Кенка, ты что-то потерял. Че он упал-то? Блин, он наш платок с хлороформом поднял. А,
Матвеич, что ты как Буратино-то какая-то? Везде, в каждую дырку свой нос суешь. В дом его надо. Замерзнет нахрен. Марьяна может проснуться. Ладно, давай на стол. Не замерзнет. Ты не должен. На, накрой. Че мычим-то? Че мычим-то? Че не нравится, москвич? Че не нравится? А? Ну, я ж тебя по-хорошему предупреждал. Ну, не лезь ты к Таньке. И к Жанке. Но ты, видимо, по-хорошему совсем не понимаешь. Так, все. Не ори. Посидишь, отдохнешь в сарае, потом поедешь в райцентр. Да, Генка? Да. Но я тебя сразу предупреждаю. Не дай бог ты вернешься. Я тебя зашибу. Зашибем! Он, по-моему, что-то сказать хочет. Угу. Да? Ну. Угу. Вот вы уроды. Кто урод? Да? Да. А может, тебе в репу заехать? Себе в репу заедь, придурок. Если бы не ты, я бы уже в райцентре был, понял? Чего? Того. Машина меня ждала, я на нее опоздала за тебя, понял? Ё-моё. Кого ты слушаешь? Свистит, как козадой. Слушай, руки развяжи, окоченели вообще. А может, тебе в носу поговорить? Машина его ждала. А вертолет тебя не ждал, нет? Слушай, да как ты вообще смеешь? Он дел. Сиди здесь тихо и не дергайся. Будешь вести себя хорошо, поедешь в райцентр. Кстати, еще насчет машины надо договориться. Да. Все, пошли. Бойся. Помер, что ли? Господи, помер, а сам не заметил. Отчего я помер-то? Вот интересно. Дочка, а отчего я помер-то? Это что? Валим! Валим! Так, кто у нас остался? Ватагин. Его сегодня нет. Его вообще уже несколько дней нет. Там, наверное, что-то случилось, я не знаю, что. Ну, появится, ко мне пришлешь.
Чего ты там на часы все смотришь? Да Максим обещал детям на фортепиано поиграть. А его что-то все нет и нет. Он уехал в райцентр с концами. Как уехал? Ну, вчера вечером он ко мне забежал, долг отдал и адью. Дадонов документ поехал отдавать на визу. Вот он к нему на хвост и сел. Странно. Он обещал. Ну, столичные они все такие. Но обещают с три короба, а потом еще и с вещи. Так, Тань, про Ватагина не забудь, ладно? Угу. Привет, Макс. Ты куда пропал? Без тебя в офисе стало скучно и уныло. Я не знаю, что со мной творится, но когда тебя нет рядом, мне постоянно чего-то не хватает. Отзовись, плиз. Ай-яй-яй-яй-яй. Чужой инструмент взял. Нехорошо. Не рыпайся. После обеда выпущу. Приедет машина, вали на все четыре стороны. Чё ты мычишь? Я до обеда не доживу, сутки не жрал. Понял меня? Не ори на меня, не в тайге. Все. Вася, чё-нибудь я продрог придумаю. До костей. Тихо. В столице согреешься. Татьяна, привет. Как жизнь молодая? Да все хорошо, спасибо. Слушай, тут такое дело. Передай, пожалуйста, этому, ну как же его этого, ну московскому. Он меня с валютой выручил, а я ему сдачу не вернул. Ну, давай. Так он же вчера с вами в город уехал. Да какой там? Я прождал его полчаса, он даже меня не предупредил. Ладно, я в контору пошел. Спасибо. Максим! У вас дверь открыта. Еще. И так две порции уже слупил. И не для себя, и для Генки. А Генка был уже, ел. Ну и наелся, значит, мам. Глисты у него. Ой. Вася! Вот ты где. Что ты сделал с Максимом? С каким Максимом? А что с ним? А я тут при чем? Он пропал. И ты имеешь к этому прямое отношение. Это же твои художества, да? Не, не мои. Вась, я твой почерк корявый знаю. Только ты мог написать «Убирайся». Я тебе говорю, не мои. И вообще, что ты пристал с этим москвичом? Втрескалась, что ли? Я за человека беспокоюсь. Да ладно, тебе беспокоится она. Хм, конечно, втрескалась. Понятно. Мы же в деревне на пианинах играть не умеем, да и рожи не вышли. Может, он вообще уехал. Я что, к нему приставлен? Ha ha ha!
все. Некогда мне с тобой возиться. Вась, я ж здесь околею. Да ничего. Теплее что-нибудь есть, а? Бабки мои. А что-нибудь поприличнее, нет? Не нравится, не бери. Супер. А это прадеда. Давай. Да не боись, уедешь скоро. Что ты орешь ты? Убогого кормил. А? Там это, машина какая-то на проходной стоит. Кошмар. Это ж надо было додуматься. Ну, Васька, вы ж могли совсем замерзнуть. Я здесь стал рыбой клубок из заморозки. Во. Давайте. Простите меня. Вас-то за что? Все-таки Васька это из-за меня затеял. Из-за ревности. Господи, как подумаю, что из-за меня вы могли умереть. Вам согреться надо быстрее. Иначе вы совсем разболеетесь. Извините, а можно вас на минуту? Чего надо? Нам бы человечка в райцентр отправить. Поможете? Не, не помогу. А чё так? А куда я его? На руль посажу? Ты посмотри, а? Лысина, чё совсем без вариантов? Ну отчего ж, могу вон в гробу довезти. В смысле? Да вот. Образец вам привезли. Хотим с женой производство здесь наладить. Вот. Иду. Слушай-ка, а это ведь мысль. Что мысль? Производство наладить. Принца в райцентр в гробу отправить. Саша, лейтенант Штык слушает. Здравия желаю, товарищ майор. Три, четыре, пять. Итого 15 вместе с теми. Ты больше пока не вози. Хозяин здесь. Вот он скоро уедет, и тогда... Ты мне главное сразу скажи. Я подвезу сколько надо. Деньги давай. Ой, я забыла.
что ты мне в глаза смотришь? Хлеб-то я взял? Угу. Галка. Привет, Николаевич. Здорово. Здравствуй, Лада Ивановна. Угу. Ну и зачем меня надо было сюда с собой тащить? Ты же знаешь, в этом ужасном месте я каждый раз подвержена риску быть оскорбленной. Мой бывший муж, между... Лада, давай так. Покупай, что тебе надо, и пойдем. У меня работа. Хорошо, хорошо, милая, я скоро. Здрасте. А, здрасте. Килограмм сырокопченой колбасы. Угу. Самый лучший. И две банки анчоусов. Понятно. Вижу, вы не знаете, что такое анчоус. Как не знаю? Конечно знаю. Не дурней нет. Саныч, привет. Здоров. Я к тебе с новостями, сразу скажу, не очень хорошими. Что случилось? У тебя как с охранной системой? Да все нормально. А что такое? Прошлой ночью залезь в магазин вынесли. Да ты что? Ага. Это же рядом совсем. Вот и я о том же. Пойдем проверим. Опаньки! Ко мне гости важные пожаловали. Ну-ну. Здрасте. Кого я вижу? Сам владелец заведения пожаловал. Здорово. Немедленно дайте мне жалобную книгу. Лада Ивановна, мы с вами давно уже выяснили, что я являюсь неиссякаемым источником всех ваших несчастий. Ну, чем я сегодня перед вами провинился? Ваша сотрудница нанесла мне моральный ущерб. Ну какой такой ущерб? Она сама ущерб. Вот, все видели? Я подам на вас в суд за оскорбление личности с компенсацией. Лада, ну пойдем уже, а? А в чем, собственно, суть конфликта? А суть в том, что я попросила анчоусы. А вот она дала мне вместо этого какую-то паршивую кильку в маринаде. Нет, я знаю, что анчоусы – это рыба. Ну какая рыба? Ну я забыла. Ну, не в этом проблема. А в чем? Проблема в том, что она недвусмысленно намекнула мне на то, что я и есть та самая килька. Лада, подожди. Ну Гала перепутала. Ничего она не перепутала. Это он ее подговорил. Он и раньше меня килькой называл. Ты что, обалдел, что ли? Стоп, стоп. Дайте объяснить. Мне кажется, что Лада Ивановна сама себя считает килькой. Вот она и взвелась. Слушай. Дай договорить. Ну, посуди сам. Если бы мне вместо бутылки водки дали банку майонеза, то мне бы в жизни не пришло в голову, что меня считают майонезом. Сволочь. Пойдем, дорогой. Саныч, ты со своими шутками вот здесь уже, понимаешь? Че, думаешь, поместится? Конечно, поместится. Он же тощий, как суповой набор. Задохнется. Не-а. Вон, видишь, дыра? Пальцы лезет. Это он снаружи влезет, а снутри там воздуха нету. Задохнется. Нас спасает надолго. Сейчас проверим. Че проверим? Давай, снимай. Че снимай? Крышку чего? Вась. Да не задохнется. Гроб вам хреново сделан на дне щели. Давай, засекай. Чего засекай-то? Время чего? Вась, не дури, а. Вась. Крышку закрывай. Может, не надо, а? Гроб-то, а? Почему? Ну, примета плохая. Ладно тебе примета. Сегодня ни одной машины больше не будет. Закрывай давай. Засекай! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Лена! О-хо-хо-хо, здорово! Здорово, ты чё, офигел? Это ты офигел! Это ты офигел! Офигел, здорово! Пойдем, чё покажу? Чё ты там покажешь-то? Ну, как тебе квартира? Слушай, квартира просто отпад. Спасибо. Квартира отпад, но я не могу понять, откуда ты на нее столько денег взяла. Ух ты! Где-где? Муж дал.
Чё прям так взял и дал? Ну, не прям так взял и дал. Пришлось, как всегда, истерику устраивать. Ах ты моя умничка. Я-то, конечно, умница, но ты мне скажи. Ты что-нибудь узнал про своего друга? Узнал. Ну и? Значит так. Прежде чем свалить, наш друг звонил одной из своих знакомых и предлагал поехать вместе с ним. Так, и он сказал, куда ехать? Нет, не сказал. Так вот, эта знакомая номер записать забыла. В чем праздник? Праздник вот в чем. У меня есть номер этой знакомой. Ну и? Ну и, Светлана Аркадьевна, довожу до вашего сведения, что ко мне на мост Саш заходит некто Буцаев Евгений Андреевич, генеральный менеджер телефонной компании, абонентом которой является наша знакомая. Смекаешь? Вадик, а? Ты просто прелесть. А? Степан Савельич! Степан Савельич, привет! Привет, моя. Представляете, видела сейчас приезжего. Так он в пальто Митрофановны был и в шлеме, который еще от деда остался. Зачем ему пальто Митрофановны? Может, Васька был? Да не-не, точно приезжий. Знаете, есть такие, тянут дрянь всякую, лишь бы украсть. Как это называется? Клептоман. Во-во, клептоман. Тем более, знаете что, Степан Савельевич? Ну? Он дома не ночевал, по-моему. Я вечером к нему зашла, вчера, по-соседски. Так не было его дома. Да. Ну, как раз Митрофановну и обносил. Точно. Спасибо, Мариан, спасибо. Да не за что. Ой, Валентина! Валентина, стой, что хотела рассказать. Дома не ночевал. Интересненько, интересненько. Давай. Нормально. Давай, давай, давай. Эй, тормози! Чего тебе? Да у нас там просто это, человек в гробу. Какой человек? Вася Плетнев. Да вы что, издеваетесь? Гадом буду. Чего он там делает? Проверяет. Чего проверяет? Можно ли дышать в гробу? Нафига ему там дышать? Вы что, обалдели? Вася, хватит придуриваться, вставай. Он вообще живой? Вася! Блин. Ну чего уставился? За врачом беги. Придурки, это ж надо додуматься. Открыто. Добрый день. Здрасте. Ну что, все бичуешь? Чего значит бичуешь? Ну, не работаешь, значит бичуешь. Шмотки чужие к рукам прибрал. Мне подарили. Кто? Васька? Васька. Ну, ладно, это мы выясним. Ты мне вот что скажи, Максим, где ты был вчера ночью? Ну, чего смотришь, вопрос повторить. Дома спал. Неправда. Не было тебя дома. А в чем, собственно, проблема? А в том, что вчера ночью в Залесье магазин вынесли. И что? А то, что накануне твоего появления ограбили магазин в колодцах, а вчера ночью в Залесье, и тебя как раз дома не было. Я вот и думаю, откуда такие совпадения? Это бред. Ну, это как посмотреть, как посмотреть. И что характерно, брали деньги и продукты питания. А ты, как известно, не работаешь, и с деньгами у тебя напряженка. Ну, деньги у меня есть. А почему тогда у людей стреляешь? Обменять негде. Вот и я об этом. Ну что, будем помещение осматривать? Да вы права не имеете. Почему? Потому что у вас нет ордера. Ну, тогда скидывай с себя все эти шмотки и пойдем со мной в участок. Зачем? Ну, за тем, что ты у меня основной подозреваемый. Вы шутите. Ага, сейчас лопну от смеха. Давай, собирайся, я тебя на улице жду. Зачем он туда полез-то? Жанночка, да мы поспорили просто, может человек без воздуха 10 минут или не может? Я говорю, да, конечно, не может. Он говорит, давай проверим. Я говорю, да что проверять-то? Ну, я следить должен был, не уследил. Ну, что, он нажил? Нет. Да кто его знает? Как лежал, так и лежит.
Вася! Вася! Не лезь ты! Ну что, живой? Да живой, живой. Живой, Жанночка! Ну, обморок от недостатка кислорода. Поздравляю, Геннадий. Выиграл ты свой спор. Полудурочные. Чего думали, а? Угу. Матвеич, подышать он решил. Ага. В гробу. Ну, серьезный обморок, надо ко мне везти. Ага. Не, я не повезу. Мы торопимся. Слушай, что ты за человек? Ладно, такой? Я свяжу. Ой, Матвеич, спасибо. Давайте, грузите его в телегу. Я напрямки побегу, там все сразу приготовлю. Матвеич, золотое сердце. Мужики, а гроб куда? Так в гробу без телеги. Гроб не отдам, гроб элитный. Слушай, что это за человек такой? Если Васька загнется, это будет уже не гроб, а вещественное доказательство. Так что по-любому оставлять придется. Черт с вами, везите. Потом приеду, заберу. Давай, Вася, братан! Итак, кто может подтвердить, что ты вчера был дома? Мыши. Всю ночь бегали. Все шутишь? Скажи-ка мне, юморист, чего это ты все время с этой сумкой ходишь? А что, закон запрещает с сумкой ходить? Нет, не запрещает. Но ее содержимое вызывает подозрение. Что там? Личные вещи. Покажешь? Зачем? Ну, любопытство распирает. Введите двух понятых и покажу. А без понятых никак? Никак. Ладно, понятых я найду, только я злее буду. Так как? Ну как? Закон есть закон. Согласен, пошли. Давай. Сюда? Ну, а ты что хотел? Номер люкс с горничной? О. Ты подозреваемый, а подозреваемый должен быть за решеткой. Давай. А ты куда? Иди отсюда. Я помочь хочу, я с Васей поеду. Да я знаю ваши ночные художества. Пешком иди. Матвеич, злой ты все-таки, как волк. Ну! Ну, Васенька, сочтемся. Давай. Матвеич. Привет, Матвеич. Привет. Ой, как Васька в доме. Ловил. Молодец, давай. Ну, пошла, пошла. Матвеич, это что, Васька давай, помер? Давай, здравствуй. Давай. Молодец, молодец. Давай, давай, давай. Эх, однако, серьезный гроб, элитный. Ну, Вася, погоди. Отпусти, пожалуйста, меня, родной, отпусти меня! Хорошо, а? Какой первый грех ты будешь искупать, Василий? Москвича освобожу, которого украл в сарай и запер. И Савельичу приду, все расскажу. Однако ж. Ладно, иди.
только не забудь про самый страшный грех, Василий. Какой? Долг верни честному старику Матвеичу. А, верну, верну, конечно, верну. Верну. Я могу идти? Иди, сын мой, иди. Да, передержала, кажись. Что-то не то добавила. Так, с имбирем, с чабрецом. Антонина Митрофановна! Антонина Митрофановна! У меня такое дело. Пробуй. Это Васька ваш. Так, сначала пробуй, потом расскажешь. Даст. В общем, это, Васька ваш помер. Матвеич его по всей деревне в гробу катал, а потом на кладбище повез. Дурной первач. Полы немного добавила. Давай другую попробуем, а? Ось, Васька, ты воскреснет? Э? Москвич! Максим! Максимушка! Кайся в грехах! Степан Савельевич, я до Донова обещал до шести. Успеешь. Зайти. Ну что, законник, вот тебе понятые, вот тебе представитель власти. Давай, демонстрируй. А чего он натворил? Так, Галка, потом. Угу. Павел Сергеевич, вы достаете вещи, я буду записывать их в протокол. А. Давай, 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 доставай. Сейчас. 14:50. Чего? Да что-то заело. Что заело? Нет времени. Заело у него. Да. Свитер. Свитер. Шерстяной. Made in Bangladesh. Так, свитер записали. Ага. Давай дальше. Давай дальше. 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 Ну-ка, дай-ка я сам. Зачем? Степан Савельевич. Так, вышел и закрыл дверь. Выйди. Я поговорить хотел. Ты глухой, Плетнев? Дверь закрыл. Видишь, я занят. Степан Савельевич сказал, он занят. Иди, Василий, иди. А у меня, может, информация есть по поводу ограбления. Только лучше не при всех. Ладно, 2 минуты. Ты доставай, а ты записывай. На. Пойдем. Только у меня до 6. Записывай, записывай. Свитер, дальше давай. Пан, как ты сказал? Бангладеш. Эй, ну, чё, парень, что с тобой? Чё, я там? Чё с ним? Эй, парень, что с тобой? Эй, ой, он горячий. Чего? Похищение человека. Статья 126. От 4 до 8. Вот теперь и прикинь. Савельич, да никто не собирался его похищать, просто хотели помочь ему уехать. Хотели помочь уехать. Ты у меня сам скоро уедешь. Лобзиком кедры валить. Понял? Савельич! Там этому с сумкой плохо! В смысле? Да загибается! В общем, имею в виду, Плетнев, если там что-то серьезное, тебе кранты. Да шали же ты, господи! Ну, понятно. Чего? Ну, слава богу, воспаления легких нет. Фуф. Но серьезный бронхит с обструкцией. А в глазах чего темнеет? Ну, а как ты хотел? У тебя температура. Ну, ничего, ты у нас парень-то молодой, быстро оклемаешься.
Жан, слушай, нет еще одного одеяла, а то что-то знобит. Нет. Но у нас есть много других способов согреться. Спирт, что ли? Ну, почему сразу спирт? У нас здесь девушки с очень горячей кровью. Жан, тебе замуж пора. Да была я там. Не хочу больше. Ладно, спи, выздоравливай. И ты мне будешь рассказывать, что это косяк. Это не косяк, это влет. Естественно, вернешь. Ну, вот как перечислишь деньги, так звони. Конец связи. Разрешите? Да. Константин Сергеевич, есть новости. Очередного Савельева нашел? Да нет. Информация другого характера. Чего? Не знаю, насколько это важно, но ваша супруга посещает массажный салон. Что ты говоришь? Просто это тот самый салон, где работает Вадим. Какой Вадим? Тот самый. Дружок Савельева. О! Здрасте. Явился. Соскучился. Не ждала. Ай-яй-яй, дорогая жена. Вообще-то мы с тобой в разводе, если ты вдруг забыл. Помню, помню, как ты меня бросила, когда я был последствием. Забыла, что вместе, в болезни и в бедности. Вообще-то меня никто не предупреждал, что тебя надо покрывать. А ты что тут делаешь-то? Ты же 3 года еще должен сидеть. Амнистия, Жанка. Ничего мне от тебя не надо. Кроме денег. Каких денег? Ты что, забыла? Я тебе 1,5 миллиона принес. Просил тебя их сохранить. Господи, да Бог с тобой. Ты с ума сошел. Я как узнала, что они ворованы, я их сразу отдала. Ты хочешь сказать, что ты отдала деньги, которые я тебя просил сохранить? Я отдала на ворованные тобой деньги. Пусти ты. А мне плевать, что ты с ними сделала. Я тебе деньги отдал, ты должна мне их вернуть. Сейчас. Разбег возьму. Тихо. Ты забыла, дорогая, что я сидел за убийство? Держи язык за зубами. Если ты мне их не отдашь, я тебя убью. Олег. А с каких пор ты следишь за моей женой? Константин Сергеевич, я за вашей супругой не следил. А что ты делал в салоне? Мои ребята отрабатывают Вадима. Ну, дальше? Дальше мне позвонили и сказали, что в салон приехала Светлана Аркадьевна. Не трогайте меня, пожалуйста. Пьем. Вот молодец. Ой. Теперь спим.
Есть кто? Савельич, вечер добрый. Да я пока ничего доброго-то не наблюдаю. В чем дело, Савельич? Ну что, собирайся, переезжаем. Не хочется на Митрофана, на твой хлеб есть. Ему казенный подавай. Как так? За что? За что? Матери ты не сказал? Пороху не хватило. А как человека похищать и в сарае его на морозе держать, так на это у тебя хватило. А, Вася, это правда? Ну что сидишь, поднимайся. А, садись. Савельич, сейчас закуски принесу. Подожди, Митрофан, ну... Да подожди, одна и та же песня, ну, мне некогда. Сейчас все будет. Да садись. Да мне же его еще надо потом, в камеру потом посадить. Посадишь, ну. Потом. Да потом. Посадись, да садись. Ну ладно. Ну, Савельич, ну, рассказывай. Ты что думаешь, Митрофан? Я его посадить хочу? М? Хочу. Но! Понимаешь, меня же за него не повысит. Васька твой, фигня, понимаешь? Угу. Мне за него не то, что капитана, 5 рублей не дадут. Но! Если этот москвич заявление напишет, все, посажу, придется. Сам понимаешь. Так не написал же еще, а? Нет. Пока нет. Ну так оставь Ваську дома. Митрофан, ну смешная ты. Ну когда напишет, заберешь. А вдруг не напишет, а? Митрофановна. Все, я пойду. Пойду. Митрофан. А вдруг какое-нибудь преступление настоящее где-то? Конечно. А их резь, мне звание дадут. Да. Давай. Давай, Савельич, давай. Ты, мать, слушай. А? Она плохого не посоветует. Конечно. Давай. Ой, я норм. Все в порядке? Ой. Давай. Слышал все, да? Понял? Да чего? Что хочешь с этим москвичом делай. Зад его целуй, на руках носи. Но чтобы у него даже в мыслях не было заявления на тебя написать. Понял? Ты далеко, солнышко? Да просто прокатиться, развеяться. Что, нельзя? Может, колючки сразу выпускаешь? Я задал тебе простой, добрый вопрос. Извини, я в последнее время какая-то дерганая стала. Я заметил. Сегодня ночевала в другой комнате. Барбосик, ну ты пойми, я просто не могу. Для меня совершенно невыносимо после того случая. Какой-то психологический барьер. Вот не могу, когда ко мне кто-то прикасается. Об массажем в салоне к тебе разве не прикасаются? А при чем здесь массажный салон? Это ты сейчас к чему сказал? Ну, ты ходишь в салон, где работает Вадим? Кто? Какой Вадим? Ну, друг Савельева, разве не помнишь? Почему я должна его помнить? Там в салоне работает 50 человек, я же не могу всех помнить. И потом я тебе говорила, что мне массаж делает женщина. Я на мужчин даже вообще смотреть не могу. Ну, извини. Может, я тебя обидел? Барбос, а ты все-таки следил за мной, да? Да нет. Да, 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 да. Да нет, ну просто тебя видели. Ну, случайно. Пей, пей. Это все надо выпить. Обязательно. Можно? Нет. Да я на минуту. Ну, как ты? Плохо. Жан, выйди на минутку, нам поговорить нужно. Угу. По-мужски. Жан, выйди. Ты это, Макс, зла-то на меня не держи, дурака я свалял. Сало тебе принес. Яйца домашние. Самогоночка.
Ну что ты молчишь-то? Скажи хоть что-нибудь. Что мне сказать тебе, Вася? Да не знаю. Что я там, чмошник или козел? Вась, ты... Ну да. Участковый тут ко мне приходил. Говорят, посадят меня, если ты заявление накатаешь. Ага, давно пора. Жан, да помолчи ты! Ну да как? Чё как? Ну чё, заявление ты будешь писать или, может, простишь? Понятно. Значит, все-таки заявление. Да пошел ты со своим заявлением. Вот надо мне заявление писать. А вот это молодец. Вот это по-нашему. Я всегда знал, что ты мужик. Ну давай, выздоравливай. А ты лечи его как следует. А то тут ходит туда-сюда. Ну, я без тебя прямо не знал, что мне делать. Ну, молодец ты. Другой бы на твоем месте десяток заявлений накатал. Да я из-за Тани. Она и так себя винит во всем, что с этим идиотом происходит. Если он сядет, так вообще. Вон оно что. Значит, из-за Тани. Да. Ну, а он что? Обозвал меня всякими словами, вот что. Ну, в принципе, имеет право. Конечно, имеет. Надо же было тебе такое придумать. Ну ты дебил. Надо было хоть печку ему туда поставить. Надо было. Ну как, он сильно простыл? Сильно, Гена. Лежит пластом и не встает. Жар у него. При смерти буквально. Угу. Судя по симптомам, нужен медвежий жир. Правда? Да только где взять-то его? Может, тайгу мне сходить? У медведя спросить? Да, нет. У медведя сейчас у самого и нету. О, у Матвея что можно? У меня в том году мамка захворала, я у него полбанки на кило мяса выменял. И все как рукой сняло. Только он нам не даст. Открыто! Здорово, Матвеич. У нас там приезжий шибко заболел. А у тебя же медвежий жир есть. Можешь дать? Здравствуйте. Здрасте. Давно не виделись. Из какой-то стати, Васька, я должен давать тебе ценнейший продукт. У меня последняя банка осталась. Ну, Матвеич, так тоже не мне, москвичу. А он мне кто? Сват? Брат? Нет уж. Лечите сами, как знаете. А за деньги? За деньги. Другое дело. Смотря какие деньги. Нормально. Сколько? 250. Ну? Не смеши меня, Васька. За такие деньги я могу продать только банку от медвежьего жира. Кстати, когда ты собираешься мне долг возвращать? Помню. Как только получаю зарплату, сразу приношу тебе. Надо же! Да. Какой сознательный стал. Станешь тут. Такое привиделось, рассказывать страшно. Ай, ладно. Давай тогда эти деньги тебе в счет долга отдам. Хорошо? Давай. Я твой возврат сейчас в долговую тетрадку пишу. О, господи, напугал-то как, привет. Привет. А Васька где? Ушел, мы с ним в сенях столкнулись. Странно. Он, по-моему, какую-то банку унес. Медвежий жир. Вась, ну я, конечно, от тебя вообще такого не ожидала. Молодец. Такой странный. Медвежий жир у Матвеича. Какой странный? Ну, странный. Нормальный жир, как жир. Жирный же. Это же главное. Ну, буду лечить, поить. Только ты не забудь сказать ему, что это я принес. Ну, конечно. Все. Угу. Ой, да нет.
На месте. О! Здесь банка стояла. Точно помню. А с чем? Я помню. С чем? Мы с Дашкой вчера экспериментировали. У нас было домашнее задание по окружающему миру. Ну? Но оно у нас не получилось. О! Подожди. Давай еще ложечку, чтобы наверняка помогло. Спасибо, я намного лучше. Что ж я раньше-то народной медицине не доверяла? Так, я сейчас в участок к Савельичу. Попляшет у меня Васька. Все. О, спасибо. Ага. Ну как вам? Прекрасно. Я давно так хорошо себя не чувствовал. Спасибо. Вы настоящий талант, да, Вадим. Ну, бросьте, бросьте. Я заскочу обязательно на следующей недельке, во вторник и в пятницу. Ой, Евгений Андреевич, простите, но у меня, в общем, у меня небольшие проблемы, в общем, и меня на следующей неделе, и, возможно, через неделю не будет. Что случилось-то? Да там ерунда. Ну, в общем, у меня есть девушка. Я к ней питаю более-менее серьезные чувства. Ну, и что? Ну, ничего, но мне кажется, что она мне эти самые врага ставит. Вот именно. Мужики какие-то ей звонят. Я ей говорю, кто? Она говорит, мол, по работе. Они ей вон шубу подарили, шапку. И телефон у нее откуда-то появился последней модели. Ну и что делать-то будешь? Что делать? Возьму отпуск. Прослежу за ней и за этими хмырями. Но мне не 15 лет, конечно. Мальчишеский поступок. Но я хочу быть уверен в своей женщине. Вот и все. Как я тебя понимаю? Слушай, а если я тебе достану номера телефонов этих мужиков с личными данными? А вы можете? Те же в телефонной компании работают. Номер подруги черкни. Все будет. Спасибо. Спасибо, Евгений Андреевич. Давай. Сейчас напишу. Давай, давай. Спасибо. О, на лоса и зверь бежит. Молодежь. Дальше у меня к вам хорошая новость. Вы приглашены на банкет Николая Николаевича. Поздравляю. Да ладно. Ну вот. Что, серьезно? А где ты видел несерьезного бухгалтера? Такие уже давным-давно последствия. Не дай бог, конечно. И во сколько? Ну, во сколько? Значит, сначала 4. Пум-пум. Я думаю, через часик подходите. Подождите. Почему через часик? Ну как, значит, первый тост, второй, третий, где-нибудь так, да? И гости разогреются. Раз, культурная программа. Какая программа? Это вы сами решайте. Вас для этого и позвали. Ну вы что? В школе же самодеятельностью занимались. Там, эй, кили-кили, да? Помните? В общем, поздравьте руководителя на высоком идейно-художественном уровне. Не, ну это оно, конечно, сюда. Но за стол-то посадят. Вот это я сказать не могу. Это именинник решает. Как Николай Николаевич решит. Ну, в общем, ребят, вы постарайтесь. И вообще, чего вы стоите? Работайте, работайте. Тут. Не, ну ты видал, а? Живчик какой. Пойдем, пойдем. Че явилась-то? Ключ от дома давай. Ага. С чего это? Ну, это немножко и... И мой дом. Жить-то мне надо где-то. Или ты хочешь, чтобы я дверь вышиб? Че, как Додонова-то поздравлять будем? Да никак. Как никак? А так, пошел он в баню. Он что там будет бухать, а я перед ним чечетку бить? Ну не знаю, в том году его бригада Сазонова не поздравила, и че? И че?
Ну что, не прими меня от гулов, что? Да ладно. Ну? Плетнев, иди-ка сюда. А ты, Мальцев, погуляй. Чего? Во-первых, разговор по поводу похищения мы еще не закончили. А во-вторых, чтобы Матвеичу медвежий жир вернул. Да. А не вернешь, будем в другом месте разговаривать. Савельич, нет жира, где его возьму-то? Твои проблемы. Давай верни тогда мне ружье, я в лес пойду на медведя. А может, и пистолет в придачу? Ну давай. Да? С ножичком перочином сходишь. Рогатинку сделаешь и вперед. Прадед твой так ходил, и ты не отставай. Короче, чтоб к выходным жир вернул. Плетнев, вот ты у меня где уже со своими проблемами. Че он хотел-то? Ничего. Спрашивал, как Додонова поздравлять будем. А про ножичек что? Прирежет, сказал, если не поздравим. Ну вот, я ж тебе говорил. На, бабушке привет. Спасибо большое. До свидания. Счастливо. Так. Здравствуйте. Привет. О, Степан Савельич, здрасте. Привет, Дашка. Здрасте. А Саныч где? Да, за товаром в город уехал. Как всегда, не вовремя. Ладно, придется все самому делать. Mm-hmm. Ты как сегодня закроешься? Mm-hmm. Ключики мне занеси. Зачем? Зачем, зачем? Дежурить буду. Думаете, они к нам придут? Не исключено. Сначала колодцы, потом Залесье. Смекай. Вот горе-то, ну что за люди, а? Это же вам всю ночь не спать. Ничего, капитана дадут, то отосплюсь. Только ты никому. Ой, да, ладно. И ты никому. Молодежь. Ладно, трудись, никому. Да я же могила, Степан Савельич. Вы знаете. Знаю, ну. Знаю. Пока. Угу. Так, все хорошо. Ну что же, Александр Сергеевич, мы можем оформить для вас кредит. Можете, да? Да. Отлично. Как хорошо, что Максим вас посоветовал. Максим? Угу. Какой Максим? Ваш клиент Максим Савельев, помните? А, да. А вы его знаете? Знаком, да. Он мне сказал, нужна крупная сумма, сразу к Лехе. Он такие вопросы на раз решает. Хочешь рублями, хочешь валютой. Не дергайся. Сядь. И отвечай на вопросы. А что вы хотите? Я хочу, чтобы ты вспомнил, как полторы недели назад ты обналичил сумму с 6 нулями. И даже не поинтересовался, откуда этого обмылка такие бабки. Но вообще-то банк не задает подобных вопросов клиенту. У нас тайна вкладов и... И берешь втихую процент за обналичку. А ты в курсе того, что твой дружок украл деньги у одного очень серьезного человека? Послушайте, я не сделал ничего криминального. Клиент пришел, заказал деньги, банк ему их выдал. Мы не обязаны спрашивать, где он их взял. И где находится сейчас Савельев, ты тоже не знаешь. Не знаю, конечно. А-а-а. Ладно. Тогда дело за малым. Верни деньги. Какие деньги? Твой процент за обналичку. Но я уже все потратил. Так быстро? Ну да, у меня. Бабушка тяжело болеет, и все деньги ушли на операцию. Бабушка, значит? Да, я могу счет показать, он пустой. Да не надо. Верю. Ладно. Савельев объявится? Позвонишь? Счастливо. Приятного аппетита. Спасибо, Даш. Садись, поешь с нами. Нет, спасибо. Я уже кушала. Петька, ты скоро? Да, сейчас. А знаете, сегодня наш участковый всю ночь в магазине дежурить будет. Как? Почему? Он дожидается, пока на него нападут бандюки и дадут капитана. Ну-ну. Долго придется ждать. Так, ну, раз Галки там не будет, тогда я схожу в магазин быстренько. А что ты к Галке перестала ходить? Не твое дело. Знаешь, Петька, твоя мама устроилась работать в общежитии. Видишь, какая гордая стала. Важная. Так что
твоему папке будет там жизнь. Петька, давай быстрее, я кое-что придумала. До свидания, Матвеич. Пока, дед. Пока-пока. Петровна! Петровна! Слышь? Оу! Сегодня, говорят, ночью магазин работать будет. Какой ты говорил там вкусное печенье? А, это Грачковская. А, спасибо. Хорошо, что работает. Я гречку как раз куплю. Ага. Да, а ты в общежитии, говорят, устроилась? Привет. Привет. Да. Узнает у меня Митяй, почем нынче холостяцкая жизнь. Пожалуйста, это я, Нина. Степан Савельевич, ну, пожалуйста, открой. Я же знаю, что вы там в засаде сидите. Спасибо. Так, тебе что надо? Да мне бы это, сметанки. А то я пельмени налепила, а мой перевередок без сметаны есть не хочет. Я ему говорю, ну, поешь ты с маслицем. Так нет же. Иди, бери свою сметану. Спасибо. Только быстро. Спасибо. Вот денежка. Денежка давай. За сметану. Где положи? На прилавок положи. Тут без давай, дачи. Давай, давай. Степан Савельевич, без дачи. Быстрее. Нашла? Внизу там. Давай, 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 давай. Ну, у меня времени нет. Спасибо вам большое. Давай, спасибо. Давай. Ну, Галка, ну, трепло. Не язык, а веник. Степан Савельевич, открывай. Ой, здорово. Так, в чем дело? Ой, ну как я затариться? Завтра затаришься. Ой, ну я не могу завтра, у меня смена ночная. У меня ребенок маленький, да и отец старый. Ну, сам понимаешь. Ладно, черт с тобой. Ой. Так. Угу. А тебе что надо? Пришла порадоваться. Наконец-то наш магазин перешел на круглосуточный режим работы. Как во всем цивилизованном мире. Правильно. Он не перешел. Это я в засаде сижу. А, в засаде. Ну и хорошо. Дай-ка мне из твоей засады две баночки с мидиями. Только, пожалуйста, больше никому не говори, хорошо? Савельич, слушай, трубы горят, горько иди хлеб. А мне мои это, три баночки. Пожалуйста. Как ты думаешь, испугается? А вот и посмотрим, трус или не трус этот городской. Ну как? О, не, не то. Надо пострашнее. Здравствуйте. Я вот решила проверить, как вы себя чувствуете. Плохо. Слышится всякое. Вы проходите, а? Проходите, проходите. Присаживайтесь. Ничего себе. Посидите. И что же вам слышится? А? Да звуки какие-то странные. Давайте я вам чайку налью.
Не рано ли вы от Жанны ушли? Не. У вас, наверное, температура. Или жар. Нормально. Это Василия смешно, но выздоровел даже. Пожалуйста. Спасибо. Максим, а можно я задам вопрос? Конечно, задавайте. А почему вы не уезжаете? А я не уезжаю... Я не уезжаю, потому что... Пока... Пока не уезжаю. А сколько это пока будет длиться, я не знаю, потому что у вас тут даже нет мобильной связи. Сколько вам сахара? Две. Вот. Вот. А так бы позвонил, знаете, на работу, узнал бы, какие новости. Вообще-то у нас не совсем нет мобильной связи. Вот. В Залесье ловит. Как ловит? Мне сказали, нигде не ловит. Нет, там с трассы добивает, на горке. Так. Тань, а... мне очень нужно туда срочно попасть. А почему нельзя позвонить с обычного телефона? Просто, понимаете, когда абонент звонит со стационарного телефона, его местоположение очень легко вычислить. Максим, если вы хотите поговорить, я с радостью вас выслушаю. Не хочу. Чаек. Ясно. Спасибо вам за чай. Я же вам деньги хотела отдать от Додонова. А, давайте. Возьмите. Спасибо. Максим, вы берегите себя. Варенье кушайте. Ага. До свидания. До свидания. Татьяна Александровна. Так, все, домовые. По домам. Крыш отсюда. Приветик. Ключи. Дату видишь? Машина куплена через 2 дня после снятия денег. Не имеете права. Да что ты. Подождите, ну так же нельзя. Нельзя старших обманывать. Давай, Жора. Все, я понял. Ключи. Документы. Пожалуйста. Теперь вали отсюда. Бабушке привет. Машину вернешь в салон? Деньги мне. Угу. Давай. Как на нашей лесопилке есть начальник молодой. Вроде в голове опилки, девки бегают курьбой. А? Я что-то не понял, что у кого, у Додонова в голове опилки? Вась, ну это ж частушки, какая разница? И что, что частушки? А давай его нахрен пошлем, раз частушки. Ну ладно, 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 подожди, вот такая еще есть, смотри. Я с коровы надоил 25 бидонов. Вот такой вот выдал план командир Додонов, а? Ну какие нахрен бидоны? Слушай, ну это просто рифма такая. Бидоны, Додонов. А командир-то почему? Ну не влезло туда начальник. У тебя мозги уже в голову не влезают. Ну ладно, 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 сейчас, сейчас, подожди, вот еще смотри, такая есть. Давай. Убом он разломал вчера 27 поддонов. Вот такая голова, господин Додонов. А? Класс. Да? Чувствую, накормит нас. Догонит и еще накормит. Слушай, Вась, ну это ж частушки, они всегда прокатывают. Ну, да. Они подвыпьют, будет весело. Ага.
Додонов протрезвеет, когда услышит, Ген. Ну, я не знаю, что мне, вальс перед ними станцевать? Ну, я тоже или не что? Знаю, Гена, думать надо. Ну, сейчас я тогда пойду покурю, подумаю. Нет, ты. Ты бы дожнул, иди. Вы что тут горланите, а? Ничего. Людям, между прочим, завтра на работу. Так, посетители, на выход. Так, а это что? Да это... Мы просто поздравления начальнику на юбилей готовим. Это музыкальный инструмент. Я тут смотрю, вы все артисты. Митяй, помирился бы ты с ней. Это же тебя никакого нет. Гена, как помириться? Я ведь даже не знаю, на что она обиделась. Или все-таки Степан Савельич? Как же? Ограбили. Скажешь Санычу, что он мне должен за работу. По ночному тарифу. А кассовые чеки? Чеки еще ей. Хозяйственный ты парнишка. Смотри, только ногу себе не оттяпай. Как меня это достало все. Ну хоть один день, ну можете рубить дрова, не ходить, воду приносить, один день. Так ты устройся в общежитии. Что? В общежитии, говорю, устройся. Какое общежитие? Здрасте. Ты тут 2 недели живешь и не знаешь, что есть общежитие. Приди с опилки. Твою мать. Интересненько. Ну смотри, если печенье покрошу. Да не пыли ты, все в порядке будет. Привет, Таня. Здравствуйте, Галя. А вы куда едете? За Лесью он едет. А можно с вами? Ну? Ну да возьми ты девушку. Полно в машине места. Ладно. А зачем тебе туда? Да у меня Ватагин 5-й день в школе не появляется. Слушай, отца его не видно. Обычно домой едет, всегда в магазин заходит. Не заболел ли? Ну вот я и хочу проверить. Давай, давай. Ну что, мы едем? Нет. Ну все. Ну я ж тебя просил поменять фрезу. Ну сколько можно, а? Ну это же не вагонка у тебя, это... Ай. Да чего? Так, ты когда закончишь с этой крышей? Скоро уже. Сколько начальник можно? Уже второй день, понимаешь? Что ж такое-то, а? Юр, и правильно. И давай прям вот машину, и загружай, и давай. Молодец, все хорошо. Николай Николаевич. Оу. Здорово. Здорово. У тебя сколько бригад на лесопилке работает? 6, а что? А ты не замечал? Давай, давай. Кто-нибудь из них в армейской обуви ходит? Ну, там сапоги, ботинки. Ну, а в чем еще ходить? Ты что? А? Давай, заканчивай уже с этим. Фамилию сможешь назвать? Да каждый второй ходит, ты что? Да. Покажи-ка подошву. На, а что такое? Ясно. А что такое? Да ничего. Ладно, давай. А что ты приходил-то? Что, сапоги, что ли, тебе нужны? Давай, давай, Юр. И загружай туда. Молодец.
Разрешите? Заходи. Вот. Что это? Ваши деньги. Какие деньги? Откуда? Савельев снял деньги с карточки вашей жены через ВГТ-банк. У него там свой человек. Этот человек взял проценты, я подумал, что он обязан эти деньги вернуть. А как ты узнал про банк? Вычислил. За лоха меня держишь. Не понял. Да все ты понял. Чтобы отследить такой транспорт, нужен официальный доступ. ФСБшников подключил. Сволочь. У меня там друг детства. Да плевать я хотел, кто у тебя там. Я ж тебя как человека просил. Никакой утечки. Константин Сергеевич, вы требуете найти человека, который лег на дно и не отсвечивает. Ставите нереальные сроки, при этом вяжете по рукам и ногам. Если я к кому-то обращаюсь, значит, я за него ручаюсь. Да не бубни ты. Да, со сроками я погорячился. Но еще раз повторяю, никакой полиции и ФСБ. Это они сегодня, друзья, а завтра сольют информацию. Газета, телевидение. И пошло-поехал. Каким временем я располагаю? Ты найди мне его. А про время мы потом поговорим. Да какие еще 20 кубов? Они с нами еще за прошлый месяц не рассчитались. Так и передай. Да. Можно? А, Валючек, заходи. Если ты по поводу сдачи, то я Тане Демидовой. А что она, не передала? Да, все передала, я по другому вопросу. Ну, слушаю. Очень хочу устроиться в общежитии, а комендант отправила к вам. Ну, правильно отправила. У нас общежитие только для работников лесопилки. Может, как-нибудь можно сделать исключение? Никак. Тебе сделаю, остальные на шее сядут. А ты кем в Москве работал? Программист. Программист. Нет, программисты нам не нужны. У нас два компьютера. Один у меня, другой в бухгалтерии. Программисты. А лес валить некому, бригады не укомплектованы. Может, лесорубом пойдешь? Нет. Ну, тогда извини. Но я подумаю. Ну, подумай. Надумаешь, приходи. Только паспорт не забудь. У нас здесь, понимаешь, ценная древесина. Все? Да. Ну, давай. Спасибо. Времени нет, работать надо. Да. Дадонов слушает. Светлана Аркадьевна Бушуева. Моя жена. Меня интересуют все ее передвижения. Ну, в общем, сами понимаете. Понимаю. В контакт вступать не надо. Само собой. Расходы и гонорар. Все устраивает. Более чем. Тань, ты дома? Так, хлебушек, колбаса. Так, так. Да что ж такое-то? Привет. Жанка, а чё ты от меня бегаешь? Ну, чё ты припёрся? Ты мне из собственного дома выжил, но здесь меня в покое оставь. Слушай меня, дорогая жёнушка. Я за эти деньги паскудные, которые тебе отдал, отсидел. И расставаться с ними не собираюсь. Да пойми ты, если я даже дом продам, ну не хватит тебе этих денег. Я их должен. Понимаешь? Если у меня их не будет, то и меня не будет. А если ты мне их не вернешь, то и тебя тоже. А я жить хочу, Жанка. Ищи, где хочешь. Я скажу, кого... Деньги. Отстанешь от меня? Если не соврешь. Я не совру. У приезжего полно евро, я сумки видела. Полная сумка денег. Врешь?
И не вру, я сама видела, когда он меня в лазарете лечился. Хорошо, Жанка. Видишь, как хорошо. Если как следует бабу о чем-нибудь попросишь, она все для тебя сделает. Как я только могла за тебя замуж выйти. А раньше другие слова говорила. Да отстань ты от меня. Да, чуть не забыл. Рот на замке держи. Ты меня знаешь. Демидова, говорю, не появлялась. Все, понял. Понял! Ага. Ладно, я сам поеду. Сам, говорю, поеду! Господи, да легче из окна крикнуть. Можно? Я уезжаю. Да я буквально пару минут. Мне справку нужно сделать. Ой. Какую справку? На работу хочу устроиться. Ты же уезжать собирался. Передумал. Где же эти ключи-то у меня, а? Ключи? Вот. Давай. Так что насчет справки? Завтра. Я уезжаю. Спасибо. Случилось что? Да Демидова с утра в Залесье уехала и с концами. То есть вы в Залесье едете? Ну, куда же еще-то? С вами можно? Чего? Там, говорят, сотовая связь ловит. Подошву покажи. Ну что стоишь? Поехали! Ага. Ау! Есть кто-нибудь? Челюстью тебя пригузил.